Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять очередная заброшка. Метет как. Не знаю, что это за здание. Видно, что заброшено. Какая-то фабрика. Может, что увидим интересно. Пойдем. Да, здесь опасно. Плиты упали. Что-то тащили. Пролом в стене. Вырвали вот такую двутавр. И упали плиты. Высота там такая. Так, а балки нету, да. Балку забрали. Балка кому-то понадобилась. Вид. Плиты упали круто. Посмотрим, что тут. О, тут все разрушено. Стол. Лестница. Пойдем по ней сходим. О, тут пожар что ли был? Все развалено. Да, тут здание, конечно, держится, я не знаю, на чем, честном слове. О, судя по всему, да, пожар был. Пахнет даже до сих пор. Там вон цех какой-то. Так, ну что, поднимемся наверх, посмотрим, что там. Сейчас лестница есть. Здесь какие-то душевые. Ладно. Ладно, сейчас наверх поднимемся. Туда. Вот там опасно. Там плита стрёмно висит. И знает на чем. Темная висит она. Марс срезан. Это дверь, что ли? Охренеть, здесь аварийное помещение. Точно аварийное. Там пола нет. Там тоже. А что-то там бухает. Завалы. Я тоже это слышал. Потихоньку уходить. Вот эта штука висит тут. Опасно. Потихонечку надо. Перебежками. Снег упал. Сюда какой-то проход. Цех. Как сюда попасть? Здесь можно, нет? Нет, здесь нет ухода. По улице полезть. Такое вот здание. Не знаю, что здесь было. Фабрика какая-то. О, снег метет. С крыши. Сосулька висит охеренная. По 3 метра. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Масштабы. Цех. Солнце. Вроде так все фермы живые. На первый взгляд. Тут уходит. Смотрим. День добрый. Добрый. Что вы делаете, если не секрет? Я собираю часть металла. Да? А не знаете, что здесь было? Да вы мне не надо снимать. Вы можете включить другую сторону.
О, тут какая штука висит. Деревянные перекрытия повисли. Тут тоже, ну-ка, сейчас поближе. О, все обрушилось. Да, горелое. Сквозняк тут такой. Капюшончик одеть. Это вот там мужичок, который собирает. Он попросил его не снимать. Ну, я не буду его выкладывать. Он собирает вот этот всякий металл. О, дата есть. 1 сентября 48 год. Угу. Ладно. Вообще прикол. Апокалипсис. Такой вот. Апокалипсис. Кабеля. Это оболочка, судя по всему, точно. Оболочка. Никто-то кабель у нас не оставляет живых. Так. Там, кстати, лестница. Смотрим, куда она идет. Лестница опасная. Нет, туда я не пойду. Ух ты, надо. Сюда. Арочка там, арочка. О, металлические какие подпорки. Они такие, вот эти штуки. Стоечки. О, она давно висит, какая херня. Она. Пойдем дальше. Цех. Дальше. Ящики для хранения всякой ерунды. Номерные. Канистры. Да, тут, конечно, бедлам прошел. Так, тут что-то есть. Помещение интересное. Курилка. Отсюда и начался пожар. Перемычки сняты. Видимо, металлические. Такая стена висит. Стрём. Лучше не ходить к стенам. Может пролетит что-нибудь, типа стекол. Ну, тут какие-то окопы. Нормально. Тут дыра. Сосульки висят наверху. Качели какие-то. Тут молодежь развлекалась как могла. Вот такая вот штука. Ну, тут все забетонировано, кстати. Чистый бетон, причем высокопрочный какой-нибудь. Судя по всему, здесь какие-то станки стояли. Толщина бетона этого сумасшедшая. Тут кабеля, наверное, проходили всякие. В этой дырке как будто я кого-то видел. Казалось. Не-не-не. О, тут какие-то штуки. Бассейн или что это такое? Селфи-палки-то нет. Вот там что. Что-то там есть. Посмотрим. Так, тут ничего не упадет на голову. Вот тут какая железяка, что ли. Роторный механизм. Это снега надуло. Окно открыто. Будьте добры, закрывайте дверь. Вот такая вот заброшенная конструкция. Ладно. Все на этом. Не знаю, что за завод здесь был. Фабрика или завод. Снег переливается на солнышке. Искрится. Пока. Вот, снег искрится, видите, да? Нормально. То ли там. Вот. Металл. Ищет металл. Ну, ладно, пусть ищет. Анатолий. Вылезти бы отсюда.